Предстоит дербан коробки. Нашли коробку в этом мире. Сейчас вам покажу все это, потому что это лукус подписочек. И коммент, конечно же, погнали. Сейчас нам вынесут сюда его. Давайте посмотрим, что есть. Большие вертолеты. Вот это, кстати, что-то абсолютно новое. Dodge Charger. 5-й месяц 21-го. Можно, кстати, отложить будет. Для себя. Тоже прикольная цветастая. Rocket Special Oil. Наконец-то нашлась. Топовая находка на сегодня. Это Scorcher. Самые интересные кастинги, походу, именно здесь, в этой коробке, лежат. На удивление, потому что на стенде нифига нету. Nissan Silvia S13 красный. Тоже неплохой вариант, кстати, для покупки. Rebel. Так что Серега опился, я свою Bugatti нашел. Она здесь, по-моему, одна. Если будет вторая, то тебя подберу. Очень неплохой Nissanчик красный. Тоже 5-й месяц. Можно кое-что здесь будет подобрать. Так, Lamborghini Urus. 10-й месяц 20-й. Еще старый кейс. Ламба. Топовая ламба Huracan, кстати. Редко попадается. Ford Bronc. Весьма неплохой. Тоже это 5-й месяц 21-го. Может, я буду жалеть, что его не беру, но пока не беру. Забавный Porsche Safari. Еще один Pixel Shaker. Astral Driver. Неплохая Subaru. Iron Montrose Thrasher. Еще один Nissan, если остается. Я точно забирать не буду, два. Очень неплохой Camaro. Кстати, в этом золотом свете он обалденно выглядит. Это тоже 5-го месяца кейс. Автобус Paint Fire. Тоже интересная штука. Вот эти штуки были. Какие-то из них, по-моему. Нет, это другой СТХ. Какой-то из них был. Но это, по-моему, обычный Латрока. Можно забрать, кстати, золотой. Прикольный. Выглядит классно. Forward Force. Toyota Celica в неплохой раскрасочке, кстати, идет вполне. Очень неплохо. Еще один Бронко. Еще потом сложить бэтменовский самолет. Чего нет на стенде, оно все здесь. Aston Martin неплохой. О, это можно брать. Land Cruiser. Еще один Chevrolet Impala. Обвился, привет тебе, я видел, ты тоже такой находил. Весьма неплохой. Уже подбирали с вами его. Dimensionator. Еще один фургон Space Jam. Еще одна ламба. Походу, все самое редкое именно здесь, в этой коробке лежало. Nissan Leaf с предыдущего кейса. Вы на кассе пробейте, попробуйте, если здесь не пробивается. А, ну. Tesla. Неплохой мотик. Ducati Scrambler. Весьма неплохой бюджет. И, наверное, сегодня уже это все. Попробуем сложить. Складываем обратно. Много, конечно, интересных приколов. Субарики, конечно, последние радуют. Довольно сложно снимать. Обычно, когда снимаешь, куча людей набегает. Нет, ерунда. Стало посмотрите сегодня, наконец-то, на дербан коробок. Мне особенно, конечно, вот эти ламбы нравятся. Они, конечно, вообще обалденно сделаны.
Жалко, что здесь цена высокая, но кое-что сегодня подберу здесь. Определенно. Кстати, селика весьма крутецкая. На самом-то деле выглядит весьма неплохо. Цена здесь сегодня около 4 долларов за машинку. Что тоже, собственно говоря, совершенно немало. Но то, что я сегодня хотел, я, собственно говоря, здесь нашел все, что хотел. Поэтому буду забирать. Сейчас покажу то, что буду брать. Пару минут. Вот не знаю, только брать этот Porsche или нет. Safari, наверное, надо взять. В общем, смотрите, что потенциально можно здесь брать сегодня. Ну, это само собой. Очень редкая находка. Dodge Charger, вот не знаю. Классный, конечно. Желтые раскраски нравятся. Раз, два, три, четыре, пять. Автобус. Автобус, пожалуй, оставлю. Он все-таки есть. Ну, эту штуку надо тоже брать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тащик. Мерс седьмой будет. Да, неплохо, неплохо. И, наверное, вот эти тоже две придется добирать. Восьмой, девятый. Неплохая находка на сегодня. Три. Еще три. Еще три. Всего 9 тачек. Крутецких, кстати. Как вы считаете? Напишите в комментах обязательно. Вот такой дербан коробки получился сегодня. С очень крутыми находками. Надеюсь, вам понравилось.